Обучающий семинар по вопросам противодействия коррупции состоялся в Петрозаводске. Руководителям организации подведомственных органов власти Карелии напомнили о том, как правильно заполнять декларацию о доходах и имуществе, а также об ответственности за нарушение антикоррупционных законов. Нарушений не так много. Если вот брать по статистике, то всего в этом году у нас было 10 представлений в органы подведомственные органы исполнительной власти государственного учреждения, из которых было привлечено к ответственности всего лишь 18 человек. То есть это цифры такие, не то чтобы большие очень, но они средние. Законодательство в последние годы в области противодействия коррупции стало жестче, и руководство подведомственных организаций обязано внимательно следить за изменением норм и правил в этом отношении. Наказания за нарушения могут быть разными, от предупреждения и до увольнения. В декабре 2019 года проверка подведомственных правительству Карелии структур будет проводиться вновь.